Так, чтобы горы было видно. Первое утро в деревне после путешествия в Паттайю. Кофеёчек буду себе варить. С Лёликом общаться. Будешь молоко? Помолола уже кофе. Лай тусит с котятами. Ну иди сюда, иди, чудо мое. В перьях. Идешь? Идешь? Ну иди. Что дать тебе? Алло. Тихо. Тихо. Пришел. Пришла моя птица. Пришла моя любимая птица. Будешь еду? Или молока дать? Не за этим, скажи, я сюда пришел. А молочко будешь? Смотри, у меня что есть. У меня осталось 2 сырка. Ты будешь? Ты будешь, птица моя, есть сыр? Та-дам-та-дам. Симба. Лёлику везла попробовать. Молочко любит, может, творожок тоже понравится в таком виде. Шоколадкой попробуешь? Или я укушу сначала? Шоколад не ешь. А лучше молочка тебе дам, давай. Хочешь? Тебе консистенция не нравится? Прилипает все, да? Лёлику нравятся сырки. Нравятся сырки, Лёлику? Клюв я ему намыла перед тем, как к столу допустить совместному. Да? Молочко дам. Вот это тебе дать, вот это тебе дать. Да, моя птица? Постучи. Постучи, попроси молочко. Давай. Та-дам-та-дам-та-дам. Кофеёк. Покажи, 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 покажи кофеёк. Молочко моё, Лёленька. Соскучилась Лёленька по молочку. Соскучилась.
Похоти. Нет, тебе твораш худой. Лёха так делает очень большое количество времени. А когда вместе с Лёликом в вольере, что-то там Лёлик на него бурчит, и Лёха внизу сидит и так не делает. Так что, когда надоест, как Лёха орёт, я пойду запущу к нему Лёлика. Да, Лёлик? Ты поможешь нам? Слышишь еще? Драгонфрутик. Еще сырок? Еще сырок тебе дать? Ты уверен? Ты уверен? Не уверен. Это молоко не хочет взбиваться. Кофе будешь пробовать, Лёля? А, Лёля? Да, Алик. Кряхчу сегодня. У меня что-то защемило под лопаткой. Буду сегодня отдыхать. У меня еще есть, слышь? Олег?
Вкусненько, а потом больше не будет. Будешь? Пошел ты как все. Ну иди, Лёва. Самостоятельный. Ты Валер, что ли, хочешь? Ну, кстати, сырок с кофе, это вкусно. С таким очень молочным кофе. Что-то думала сначала поговорить, а потом стала лень. Что говорить? Бабочки летают. Я смотрю на людей, и у меня прям складывается картинка. Ну, то есть кто-то что-то рассказывает, а у меня все вот так обрисовывается. Больше, кстати, на эмоциональном, наверное, уровне, не на словах. Большая бабочка. Иди сюда. Вот, и я вижу людей, и вижу... Все вот эти вот... Штуки, которые мешают человеку достичь того, чего они хотят. И есть ряд на мой взгляд, который мне удалось выявить причин. Из-за которых люди несчастны. Я никогда не готовилась к видео, но всегда что-то приходит. Даже не так. Я вчера всегда просто включаю камеру, а потом что-нибудь приходит. Я об этом говорю. Но тема слишком объемная, что мешает людям быть счастливыми.
Поэтому я даже начала записывать какие-то тезисы. Серии там «Суета», ну и что это такое, «Важность», «Значимость», «Негатив». И этот список, он пока еще не полный. Я сравниваю там людей с собой, себя с людьми. И делаю выводы. Так что я как-нибудь соберусь с мыслями и запишу вам видео об этом. Но сегодня я просто буду слушать тишину. Чуть не хочется говорить громко. Я на самом деле устаю от шума, даже от своего голоса. А в период, я рассказывала ранее про некое обнуление себя, я даже перестала нормально разговаривать. Мне казалось, что и так все ясно, что видно все, что, ну, как бы, глаза разуй. И все видно, зачем слова. То есть реально, я просто убрала все, что может вызывать дискомфорт ушей, а вызывать все может, вообще все. То есть и вот это, и мой голос. Я уже не говорю про какие-то трактора, музыки. Я не люблю музыку. Под определенное настроение, определенная музыка мне заходит. Но очень быстро устаю. То есть я не могу слушать что-то постоянно. Мне нужна тишина. Какое-то время наедине с собой. И если раньше у меня постоянно крутились какие-то мысли, и мне нужно было просто время, чтобы это все, видимо, переварить, то сейчас мыслей практически нет. Нет, я, конечно, думаю, я ж не совсем дядя. Но когда хочется помолчать, это не значит, что типа шум трактора только убрать. Это значит убрать все мысли, все разговоры, все диалоги, все посторонние шумы. У меня, кстати, есть наушники с шумоподавлением. Видимо, пойду за ними. А, нет, я сейчас Лёлика туда запущу, а нет. Сами разберутся. Очень важно, на мой взгляд, давать себе время побыть наедине с собой и побыть в тишине. Поначалу я говорю, что мое в тишине и наедине с собой было наполнено какими-то мыслями, переработками, какими-то там прошлыми ситуациями, будущими планированиями, там еще чем-то. Это я тоже убрала из своей головы. Просто потихонечку, сначала на секундочки, тишина — это очень важно. Мне всегда в голову приходит такое сравнение, что когда ты отключаешь мозг, ну, думкалку, да, когда у тебя нет музыки какой-то извне, там,
разговоров чьи-то, а теперь сидим ровно. И представляем себя там-то. Ну, то есть я не про это, ребят. Я именно про тишину. Про тишину мыслей, про тишину в голове, про тишину вовне. Когда... То есть мысли, шумы, любые шумы в голове, это как какой-то фон. И когда ты его убираешь, у тебя открывается такой канал, когда ты можешь и восстановить свое тело, и восстановить свой разум, и найти какие-то решения, задач. Ты можешь все. Но тебе не нужно цепляться мозгом, тебе не нужно это анализировать, тебе не нужно это запоминать. То есть ты отключаешь голову, ты говоришь своему мозгу: все окей, я доверяю себе, я доверяю тебе, ты никуда не денешься, ты потом вернешься, не бойся, заткнись. И открываешь вот этот вот канал, не знаю, мне так не нравятся все эти слова, повышенные вибрации, каналы, энергия, мне оно всегда кажется таким каким-то опошленным уже, всеми вот этими гору-шмору. Ну да, наверное, это все равно какой-то канал, поток. Чтобы услышать, нужно замолчать. Так же и здесь. Чтобы услышать, тебе нужно остановить все. И тогда оно придет. Все, что тебе надо, оно придет. Еще раз, я не про медитации, где я иду по лесу, я вижу то, я вижу все, вообще не про это. Я про абсолютное молчание, когда у тебя ничего не приходит в голову, когда ты, у тебя вселенская пустота, в которой есть все, но ты не цепляешься разумом, ты не цепляешься мозгом, ты не цепляешься за какие-то кусочки, чтобы даже если что-то прилетает, ты просто это наблюдаешь со стороны и отпускаешь, отпускаешь, отпускаешь. Да, поначалу много мыслей, а потом они такие фью-фью-фью и ушли. И остается тишина, и остается открытый портал просто. Мне кажется, что многие психоделики работают примерно так же. Они просто глушат мозг. Потому что в нас есть все, что нам нужно. Человек, он совершенен от природы. Человек — это Бог. Но человек не в 3D-мире, а человек в своей сущности. То есть потенциально. Вот так скажем, Бог. Творец. Творец всего, творец реальности, творец того, что внутри. Выделяя себе хотя бы какое-то небольшое время, но каждый день. Это может быть в метро, на работе. Ну, не когда вас там начальник... Когда время есть. Везде. Дома, везде. Наверное, самое лучшее, чему надо учиться,
это можно делать всегда, в любом времени, ну, в любом пространстве, это учиться молчать. Тут. Убирая все мысли из головы. Ну и в особенности, конечно, негативные. Ситуации, проработки. То есть люди, которые психологи, там многие. У меня, кстати, магистерская по психологии. Я заканчивала Ленинку. Но никогда не работала, только в лагерях и школах по практике. И я не разделяю того, что нужно копаться и мусолить свое прошлое еще и с каким-то другим человеком. Когда ты это все мусолишь, ты постоянно в этом как бы живешь. Вот эти все проработки ваши, переработки. Можно без этого обойтись. То есть это такое ощущение, как будто оттягивает все, что можно сделать быстро, растягивает надолго. То есть в какой-то круг засасывает. Ты думаешь об этом, это все вот так вот как-то возвращается, тут опять тебе какая-то какашка прилетает, ну и так далее. А когда ты учишься затыкаться, когда ты останавливаешь свой разум, весь этот негатив прошлого, страхи о будущем, они уходят. Ты начинаешь видеть себя, верить себе, понимать себя. Любое прошлое можно переписать самому, без всяких там терапевтов. Каждый может это. Просто начните на секундочки выкидывать все из головы. Все, тишина, вообще просто все. Сначала ты слышишь один, другой, двадцатый звук. Вокруг очень много звуков, всегда много звуков. Ты чувствуешь свое тело, а потом ты проваливаешься. Ты остаешься без тела, без звуков, без ощущений. И в этом состоянии ты сам себя излечиваешь и физически, и морально. Остановись, остановись, просто остановись. Это самое простое и самое сложное. И самое быстрое решение всех проблем. Остановка внутреннего диалога. Кофе заканчивается, лайв уползает. Пойду в гамак слушать тишину.